100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Телеграм по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. За моей спиной 2603 рубля, и мы опять на дота кейсах. И чтобы вы понимали, сейчас я не стал выводить, как мы делали это на прошлом ролике, где мы выбили аркану. Сейчас баланс 2600, и это честная проверка сайта. Чтобы вы понимали, я очень редко, ну, наверное, даже 2-3 раза всего лишь играл в доту, потому что, в принципе, я снимаю только CS2 кейса. Но, черт возьми, я хочу попробовать окупиться. Хочу попробовать окупиться с лоу баланса 2600, я не считаю, что это большая сумма, и все это вывести. Все, что мы сегодня выбьем. Поэтому давайте сразу, если ты когда-нибудь будешь играть на EasyDota, не забывай, что ты можешь нажать плюс и использовать самый рабочий и самый окупаемый промокод папа. Любая сумма умножается ровно на 40%, ты получаешь самый бешеный и самый большой бонус, который только здесь есть. Больше 40% нету, допустим, закидываешь 1000, получаешь 1400, 10 тысяч закидываешь, получаешь 4000 рублей бонусом. Поэтому играйте. Самый большой бонус вы будете получать через промокод. Ну поехали. Актуальные кейсы. Можно пооткрывать их, они саммерские, их сделали совсем недавно. И вот здесь очень много аркан. И я действительно очень сильно удивляюсь, насколько сильно вообще в принципе могут, ну не то что окупать Dota 2 кейса, они окупают безусловно. Насколько дешево могут стоить классные скины на Доту. Я думал, что все шмотки Dota это, знаешь, ну прям очень дорогое удовольствие. Ну смотри, сейчас просто какая-то херня в руку стоит всего 107 рублей. И казалось бы, 107 рублей тоже немало. Но блин, ну это круто. Кстати, 1538, кстати, плюс 500 рублей с одного открытия. И это самый первый кейс, который мы открыли. Блин, интересно, почему они все стоят одинаково. То есть тут 5 кейсов, и они все стоят одинаково. А вот интересно по скинам. Я вот просто не сильно разбираюсь, я не вижу даже разницы. То есть я понимаю, что если я захожу в кейс за 5000 рублей, что там скины дороже. Но здесь вот непонятно. Ну давай проверим все. Подожди, вот сейчас мог упасть на Зевса. Это Аркана Зевс был. Аркана Зевс. Ну, кстати, неплохо. Вроде 1600 тоже окуп. Так, подожди. Мы открыли 2 летних кейса, и нам сразу сходу 2 окупа. Можно, знаете, тогда что сделать? У меня 3800. Я просто не знаю, получится у нас или нет. Вот тут есть кейс Сильвер. Давай попробуем его. Знатоки доты? Ну-ка, рассказывайте, что у нас здесь кейсы интересное. Я, если честно, знаю только вот усики на Пуджа, знаю, дорого стоят. И арканы. Ну, блин, пацаны, арканы стоят дешевле. Вот эту аркану я выбивал. А, я выбивал аркану на Лего. Она стоит, по-моему, около 2000 рублей, по-моему, она стоила, если я не совру. И если сейчас там выпадет аркана, блин, это будет слив. Зато здесь есть апгрейды, можно будет попробовать. Но лучше надеяться на что-то хорошее. Это аркана на Зевса, да? Я не знаю. 2300, да. Слушай, ну выглядит имбалансно, как будто супер топ. Но не знаю. Давай продадим. Не будем больше делать... Ну, не больше, а сейчас пока не будем делать апгрейд. Потому что если мы его сделали, мы все проиграем. И попробуем открыть еще один кейс ивента. Ну, не ивента, а вот который на главный. 2 кейса окупило. Может быть и третий окупит. Вообще нужно по-хорошему сейчас выявить, какой из них самый окупаемый. То есть... 2300 опять выпало. Смотрите, 540 Рошан. Бэйби Рошан. Это типа маленький Рошан. Прикольно. 3400. 3500 баланс. Так, хорошо. Подожди. Походу мы нашли самые окупаемые кейсы. Это раз, два, три. Три самых окупаемых кейса, которые только есть. У нас есть еще шашлычный кейс и кемпинг кейс. Ну, поехали. Я не знаю, если вот эти два также окупают, будет просто прекрасно. Просто в прошлый раз, когда мы снимали, по-моему, это было месяца 2-3 назад, вот эти кейсы здесь не было, и мы так не окупались с этого сайта. То есть сейчас 5000 это, наверное, максимально большой дроп, который мне выпадал в принципе на этом сайте. 700 рублей. А вот этот кейс уже подслил. Ну, будем иметь в виду. Первые 3 кейса окупают, последние 2 не знаю. Но предпоследний точно нет. А вот последний мы прямо сейчас решим. Сколько? Подожди, какая-то золотая штука. Но она не стоит дорого. Блин, вот как понять, что стоит дорого, а что нет? У тебя выпадает вещь. А, 1394 нас окупило. Тебе выпадает вещь. Вот я думал, это невероятно дорого, а по факту 33 рубля. Это вообще, наверное, загрузочный фон. 295 загрузочный фон на Мирану. Ни хрена себе. Нет, ну зато красиво. Согласен. 5200. Баланс неплохо. Прикиньте, проверили просто коллекцию и окупились просто невероятно. Так, ну охота открыть тогда кейс какой-то в районе 500 рублей. Я не знаю, есть тот он или нет, но давайте посмотрим. Если есть, сразу просто пермоментно просто открываю. Блин, на самом деле тут есть очень дорогие кейсы, их тоже по-хорошему нужно проверить. Давай попробуем. Dragon Claw Hook. А, ну тут, наверное,
лежит просто хук на Пуджа. Ну да, хук на Пуджа и еще какая-то тема. Блин, прикольно, тут все на Пуджа, смотрите, тут все, что связано, это все с Пуджом. Крюки, Пуджи, там всякие. Слушай, прикольно, 2000 рублей. За два открытия 4. Ну давай попробуем. Блин, ну тот кейс меня слил, мне не очень сильно понравилось, который мы открывали за 3000. Сейчас хотелось бы очень сильно окупиться. Это два загрузочных фона? А, 2500, ты прикинь. Вот это, наверное, загрузочный фон, а вот это аркана. Блин, ну все равно слили, все равно. Ну ладно, ничего страшного. Можем, конечно, попробовать что-то из этой серии открыть. Вот что нужно было открывать. Нужно было открывать gold кейс, потому что он стоил 5000. Блин, ну ладно, ничего страшного. Immortal 1890. Полетели, откроем. Давайте попробуем вернуть 5000 рублей, которые у нас были. Попробуем открыть кейс за 5000. Мне кажется, он нереально выдаст. Хотя, ой, я не знаю. Вот этот загрузочный фон выдает. 569 загрузочный фон. Ни хрена себе загрузочный. 2400 неплохо. Вообще, при том, что я думал, что мы слили. Прикинь, тебе падает какой-то... Блин, меня аж взбудоражило. Тебе падает какой-то загрузочный фон, прям самый обычный. И при этом, при всем, он просто стоит 500 или 600. Или это не загрузочный фон. Короче, ребят, кто за доту шарит, расскажите. Но выглядело максимально не очень. Вау, шляпа, наверное, крутая. А нет, шляпа 174. А что здесь круто? Ничего. Ай-яй-яй-яй-яй, вот этот нас подслил. Вот это, конечно, плохо. Ну, давай попробуем тогда еще раз за 3000 открыть то, что мы открывали. Блин, хотя, знаешь, когда он тебя слил, наверное, ошибка будет открывать еще раз. Ну, какую-нибудь аркану точно надо, чтобы он нам выдал. Immortal Frosty, что? 3900, что это? Я не знаю, мужики, кто шарит. Это новый сет на Пуджа? Балдеж. Так, а у них есть апгрейды. Можно апгрейд сделать, например, до... Блин, я не знаю, до 7000 это, наверное, будет жесть. Уай, посмотри, какие скины. Вот, давай вот такое что-нибудь. Давай такое. Вау, посмотри, какой красавчик. Это что такое? Это новая аркана или что? Я думаю, что это аркана. Давайте попробуем. Мужики, если будете играть, обязательно используйте промокод папа сабер. Рабочий и самоокупаемый промокод. Мы нажимаем апгрейд, но я не знаю, получится у меня или нет. Блин, на самом деле, стоп, стоп. Да! Изи! 6000 рублей мы выбили аркану, и мы ее выведем. Лайк!